Тофейчик, ты чего там? Кого ты там ищешь? Тофейчик, кого ищем-то? Чего ты так? Кого ты там нашел? А? Кс-кс-кс. Кого ты там нашел, мохнатый-то? Кого ты там нашел? Кого ты там выискиваешь? В моих кустах. А? Котовский. Котовский, ты чего? Это же не мой кот. А он чего-то тут ищет, будто клад закопал. На моем участке. Эй, кс-кс-кс. Чего ты там ищешь? Куда ты? Ну, чей-то кот к нам залез. Что-то там копает. Нюхает чего-то, чихает. Залез. И доволен, что я его снимаю. Конечно, такой красавец. Так невольно хочется камеру достать, посмотреть на его хвостик. Мохнатик. Ну, говорю, чей-то из соседских котов, так сказать. Копает там что-то. Небось, свои дела делает, хотя вряд ли. Он тут у меня искал под кирпичом, что-то искал. Приключение себе придумал. Кс-кс-кс-кс-кс. Чё ты там ищешь-то? Он меня не слушает. А, котофейчик? Кс-кс-кс-кс-кс. Чё ты там ищешь? Кс-кс-кс. Я говорю, вообще не откликается. Полностью занят своим делом. Ну ладно, не будем мешать. Мне надо бочки с водой перекидывать, так сказать. Ну, чё-то он там нашел в цветах. Вон он. Кс-кс-кс. Чего тебе там искать-то? Говорю, чего ты ищет? А, он мышку нашел. Я вижу теперь. Мышь нашел. Или крысу. Ну, это молодец тогда, Котофей. Я тебе что, могу респект высказать? Реально мышка была, я видел. Он под тем кустом прячется. Где-то. Что, Котофей, ты молодец. Я тебе помогу ее поймать. Сейчас лопату достанем и будем ловить.